Так, ребятки, мне только что на дом привезли травы. Ну, не травы, потому что я траву уже не курю, потому что траву курить это не полезно для здоровья, так как всякие элементы в дыму оседают на легкие, на стенки легких, и даже вейпинг я уже давно не использую. Теперь я использую только edibles, что в переводе как съедобные. Вот мне такой пакетик только что принесли. Вот все, что я здесь заказал. Вот, пожалуйста, Роман Степанов. Заказ. Все вышло $300. Ну и плюс я $30 чаевые дал человеку. Поди-ка плохо. Довез быстро, прям буквально за 20 минут. Заказал, 20 минут приехали. Итак, что у меня здесь? Начнем. Здесь у меня вот такие вот gummy rounds называются. Это кисленькие, кислое яблочко сатива. Вот, ребята, сатива. Вот здесь 100 миллиграмм на весь пакет. Ну или 5 на как раз на конфетку. То есть это у нас сатива. Сатива, дневное использование. Дальше. Вот такие конфетки. Малинка называется, тоже сатива, дневное использование. Вот, пожалуйста, вся информация. Сатива, сколько здесь THC для дневного использования. Одну конфетку раз, и обалденчик на весь день. Вот также дневное называется Uplift. Это очень известная, популярная штука в США. Вот эти вот леденцы, но не леденцы, а это гаммис тоже. Здесь сатива, очень обалденная. Я прям тащусь от этой компании. Всегда очень вкусно и классно. Дальше. Ну, это у нас уже индика. Ребята, индика. Вот, смотрите, информация. Это вечерняя. То есть, часов в 6, чуть-чуть, конфеточку и приятный расслабончик. И помогает заснуть хорошо. Вот. И также я взял капельки CBD. CBD у нас очень популярно в США сейчас. Вот такой дедушка с собачкой. Из него капельки выжили. Вот, тут, короче, 30 CBD и 1 THC. Вот информация. Вот эти дорогие капли, $90 стоят. Но это просто обалденное. От боли, от стресса, от всего. От всего, что можно. Это как валерьянка, только лучше. Вот, и на ночь капсулы CBD с THC, чтобы можно приятный такой сон от них. Просто обалденный. У меня что-то в последнее время инсомния. Вот. Вот такой наборчик вещей стоит $300.